Дорогие друзья, сегодня у нас симулятор. Не симулятор, у нас сегодня BeamNG Drive только для телефонов. Давайте посмотрим, как выглядит мобильная BeamNG Drive. Так, что у нас по настроечкам? Сначала пройдемся. Так, качество высокое. Соответственно, можно совсем низкое поставить, значит, даже на слабеньких телефонах должна работать. Так, музычка у нас есть, профиль нам особо не интересен. Но в целом выглядит неплохо. Давайте посмотрим, что у нас есть за гараж. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько машинок я уже вижу. Шаха, посмотрите на это, вы только гляньте. Естественно, мы сейчас будем с вами все это дело жестко разбивать. И посмотрим, действительно ли это прям вот похоже на BeamNG Drive. По повреждениям, само собой. Но вы видите, тут стоит разваленная Нива, вот такая же, только совсем разваленная. И она действительно выглядит неплохо. Так, что еще? УАЗ! Посмотрите, какой прекрасный УАЗ есть. Далее, давайте посмотрим. Буханочка! Мое почтение! Ребята, она такая большая, что даже не лезет в кадр. Нужно чуть подождать, чтобы свободная камера была. Так, а дальше какие-то машины мне неизвестные идут. Ты будешь отдаляться или нет? Не, не хочет отдаляться. Ладно. Что это у нас? Кажется, Ford Focus. Похоже на Ford Focus. Если первые машины были прям сильно похожи, то эти уже не так сильно похожи. Давайте смотреть дальше. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно. Прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки, но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Так, смотрим, это у нас Impala, прямо из GTA-шки. Дальше, что-то непонятное, Chevrolet Blazer, наверное. Опа, опа, это акула. Акула BMW, восьмерочка. Мерс Спринтер. Это Волга! Я такой думаю, что это Вол или не Волга? Ребят, напишите, что это такое, по-моему, Волга. Ну, похоже на... Но я не знаю точно. Это что такое? Паджеро какой-то? Это вообще что-то непонятное. Так. Камара, ТТ, Челленджер. Или Чарджер, Кайен. Форд GT, Рейндж Ровер. 570. Так, Порше, Гелик. Ну что, будем Гелик разбивать тогда. Так, Урусы и прочее тут. И скоро какие-то машины. Давайте. Можно улучшить даже. Обалдеть, движок можно прокачать, смотрите. Так, а... Что, а как? Вот так можно. 10 уровней можно, подвеска. Прокачиваем подвеску. А кузов это прочность будет? Прочность нам вообще не нужна. Так, применяем, ладно. Погнали, мне в принципе устраивает такой гелик. Погнали уже на нем кататься. Так, подключение к серверу. Отлично. Замечательно. Так, ну что, давайте старт нажимать. У нас тут есть карьера, краш, арена и дерби. Давайте начнем с чего-нибудь. Хотя бы с самого малого. Давайте начнем и посмотрим, как вообще будут выглядеть эти машины. Прыгай, дрифтуй, круши тачку, исследуй карту, собирай монеты, чтобы заработать денег. Так, гелик выглядит неплохо. Ну, физика тоже более-менее. Ну-ка. Ого, вот это оторвало меня. Чего? Подождите, кусков тачки не хватает, мне кажется. А чё, а как? А дальше-то как? А, можно ехать даже в таком состоянии. Так, ребята, мне нравится. Мне уже нравится. Гелик просто разорванный, но он едет. Вот это игра. Так, надо ехать опять к этой штуке. Надо ушататься прям по полной программе сейчас будет. А мне деньги за это дают или что? Я не понимаю, почему мне предлагают починиться. Я что прокачиваю-то? Давайте починим. Так, сейчас жестко развальцуем.
На! Так, ну, не знаю. Повреждения, в принципе, есть. Причем, ну, сильные повреждения. Вы видели, у нас колеса даже оторвались. Так, давайте попробуем какой-нибудь прыжок совершить. Пошел, переворот через крышу. Пошел. Ой, дверь отлетела какая-то. Какая-то из некоторых дверей. На колеса. О, на колеса встал. Шикарно. Так, он уже задымился весь, бедненький. Это вот что такое? Вот эта стена какая-то. Разносится стена еще. Кайф. Опять колеса. Это что такое? Так, какие-то бонусы дали мне. Так, потихоньку, если в стену. Даже потихоньку разносится. Так, неплохо, неплохо, ребят. Сейчас попробуем куда-нибудь ушататься. В контейнер бы... Ой, в контейнер бы попасть! Не попал чуть-чуть. А у меня колес нет передних. Колес нет передних. Все, тачка разбилась каким-то образом, почему-то. А почему она разбилась-то? Заново? Нет, давайте в гараж. Давайте-ка мы выберем с вами какую-нибудь другую машину. Так, это нам не надо. Еще раз назад. Еще раз сюда. Давайте в гараж. Давайте все-таки мы на шахе попробуем сейчас прокатиться. Так, я хочу белую шаху. О, ну почти белая, нормально. Так, диски есть какие-нибудь более подходящие для шестерочки? Пусть такие будут спицы. Так, это меня устраивает. Так, а это мне вроде бы и не надо, да? Мне надо старт. Карьера. Нет. Давайте дерби попробуем. Дерби это что? Это с кем-то рубиться, да? Давайте попробуем. Давайте, почему бы и нет. Давайте попробуем. Соперники. А где они? Вы видите соперника? О, я вижу. Так, 2,6, чтобы это не значило. Чё, ребята, физику не учили, что не знаете, как ездить надо? Так, они оба за мной получаются, да? Так, один взорвался, неплохо. Оу! Так, одного развальцевали. Ох, ничего себе, он мне вшатал на этой буханке жестко. Так, тут нужна некая хитрость, получается, да? На! Так, давайте разгонимся. Сейчас будет лоб в лоб. Не будет? А где он? Я не понимаю, он за мной, что ли? А он свалился? Не, вон он. Что он делает? Чувак, что ты делаешь? Там батут какой-то? Ой, у меня машина задымилась. А, он сам взорвался. Нормально, нормально. То есть дерби выиграл каким-то образом. Так, что-то дали какую-то победу тут. Ну, неплохо, что дерби прикольная, конечно, штука. Разные тут есть дерби, как видите. Множество всяких. Вообще куча всяких дерби, прикольно. Так, а если все-таки краш-арены? Только 3 краш-арены. Так, а может быть мы попробуем туда забраться с вами? Вот на большой спуск каким-то... О, смотрите, тут же эти есть. Молотки наши любимые. Прямо как в Бимке. Выглядит очень-очень неплохо, я вам скажу так. Каким-то образом нам туда забраться. Давайте попробуем каким-то образом забраться.
Пока не вижу. Так, вон заезд. Все, вижу. Сейчас поехали за заездом. В смысле, на заезд поехали. И попробуем через эти молотки пробраться. Ну, неплохо. Неплохо, ребят. Это Beamonge Drive, только мобильная версия. Почему бы и нет? Кстати, гелик починить стоило гораздо дороже, чем эту тачку. Прикольно, мне нравится. Физика неплохая. Ну и так поиграть. Почему бы и нет? Так, а смогу вообще заехать-то, нет? Кажется, смогу заехать до гору на это. Давай, потихонечку. О-о-о-о-о-о-о-о! Хорош! Так, ну сюда вроде как должен забраться. Вроде поменьше наклон. Это турбо? Вот, нитро. Нитро дало немножечко мне ускорение. Так, еще немного нитро. Неплохо, неплохо. Так. Теперь наша задача каким-то образом до молотков добраться. Это настоящее тут... Я вам скажу, это настоящее препятствие. Так, почти приехали. Или нет? Нет, еще не почти. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, а куда? Нормально там спуск? Все, нормально, спуск. Все, молотки вижу. Сейчас будем пролетать молотки жестко. Нет. Так, еще у нас тут. Отлично, это прошел. Молоточки! Бам! Ушатали жестко. Так, ну это все, это фиаско или нет? Нет, кстати. Нет, вот это живучая шаха, конечно. Вообще, шаха мега живучая. Разгоняем сейчас он куда-то туда. Попробуем шататься. Или подождите, сейчас в контейнер попробуем убраться. Так, а это тоже какая-то штука интересная. Мы сейчас в контейнер сначала попробуем. Бам! Нет, я думал, контейнер будет сминаться, но нет. Заезжаем вот сюда. По идее, нас должно жестко раскрутить и увести куда-то в сторону. Ну да. Прикольно. Вот это интересная штука, кстати. Попробуй удержись, да, здесь? Ну, прикольно, прикольно, ничего не скажешь. Это, то есть, там надо раскрутиться жестко и вот на эти штуки ехать. И не доедем сейчас до конца. Доедем? Смотрите, доехали до конца. Но после этого пошло жесткое падение вниз. Не, живучая шестерка, конечно, тут что говорить. Хотя движок горит, по идее сейчас взорвемся, наверное. Чинить специально не буду. Сейчас взорвемся, ребята. Сейчас, поехали. Сейчас нас как раз еще дополнительно раскрутят. И мы такие... Оп! И пошел прямо сюда, прямо в этот... На! Все, поотлетало. Так, ну что, ребят, вот такая прикольная игра. Достаточно увлекательна. В целом, неплохая версия Beamonge Drive для телефонов. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем пока.